ребята! Сегодня мы вам покажем кое-что интересное. Ой, этот канал такой крутой, вам понравится. Буська-буська начинается уже. Смотри, на Лепина лепят Бузю. Представляешь, какая я популярная. Да, Бузя, я тебе даже немножечко завидую. А вообще, у этих ребят на канале очень много крутых поделок из пластилина. Да, так что если хотите посмотреть процесс создания меня, любимой, или какие-нибудь другие видосики, то подписывайтесь на канал Кики ТВ. Рекомендацион от Бузи. Ссылку вы найдете в описании под видео. О, я какая! Ну как в такую можно не влюбиться? Эх, а меня никто не слепил. Ой, Кузьмин, оставь! Привет, Кики! Что тут у вас? Видосик? Ага! А, да, я видела! Очень крутые ребята, наши друзья! Вера, а ослепи меня из пластилина! А вот эта идейка так себе! Ребята, свинки все-таки уговорили меня полепить из воздушного пластилина. Посмотрите, какая у меня его гора! О, Ерунчик, а давай устроим наш любимый челлендж «Лепка на время»! Да я и так лепить-то особо не умею, а еще и на время! Бузя, Бузя, уговори, пожалуйста, Веру полепить! Просто если она меня не слепит, то кто тогда меня слепит? Так, Вера, слышала? Ты что, ребенка расстраиваешь? Ну-ка давай, разминай свои пальчики и быстро лепи Кузю. Спасибо, ты лучшая. Ой, подумайте нежности. Ну, какие условия челленджа? Ну что ж, вот он наш таймер. Лепить буду только я, потому что у вас лапки. Ну и будет 3 раунда. Минута, 3 минуты и 7 минут. Так, пожалуйста, Верунчик, лепи меня за 7 минут, чтоб ты успела красиво. Хорошо, Кузя, но красиво не обещаю. Я и пластилин — это что-то несовместимое. Ну попробовать-то надо. Ну, тогда начинаем прямо сейчас. Лепим морковку. Запускаю таймер и приступаю. Так, из оранжевого пластилина катаем вот такую вот колбасочку. С одной стороны потолще, с другой потоньше. Ага, пока все правильно. Вот такой вот нос Буратино у нас получился. Теперь возьмем зеленый пластилин и сделаем ботву. На дворе братва, выросла ботва. Пышная ботва, ставьте лайк, братва. А что так радуешься? Ну как это что? Потому что сейчас меня Вера тоже слепит, и я тоже буду популярной. Так она не тебя лепит, а морковку. Морковка — это громко сказано. Я вообще не представляю, как по-быстрому сделать этот хвостик красивый. Поэтому получилось вот как-то так. Я чекун. Да-да, я знаю. Последний штрих. Ну, все, готово. Вера, а ты уверена, что морковка выглядит именно так? Так, во-первых, я предупреждала, что лепильщик из меня так себе. А во-вторых, вот это я вот вылепила за 1 минуту. Можно и учесть. Больше похоже на куриную лапку. Ну да, смахивает. Да, Вера, на канал Кики ТВ тебя точно лепить не возьмут. Так, Бузя, банку не жуй. Это у меня так, разминочка была. Второй раунд. Я буду лепить 3 минуты. И задание на этот раунд — улитка Дуся. Ура, будем Дуську лепить. Наконец-то я ее увижу. Бузя, а это что такое? Это 2 колбаски. Это мне тоже как пластилин использовать? Да, можешь Дуся из них глаза сделать. Итак, катаем длинную коричневую колбаску. Затем скручиваем ее по спирали. Домик для Дуси готов. Осталось сделать саму Дусю. Берем кусок пластилина телесного цвета и вылепливаем такого вот червячка. Правда, с рожками. Да это же не рожки, а глазки. Да это и улитки, понятно. Просто в народе их обычно называют рожками. Вот. Хорошенько закрепляем, чтобы ничего не отвалилось. И из темно-коричневого пластилина сделаем глазки. Вера, ну посмотри, как у тебя хорошо получается. А ты говоришь, не умеешь, не умеешь. Кузя, весь секрет в том, что это улитка. Улитку лепить умеют все. А я вот не умею. И я не умею. Приделываем зрачки. Вот. Глазастик у нас получился. Ну и для полной картины не хватает улыбки. Дуся, она ведь у нас веселая улитка. Я уже и не помню, какая она. Заехала в эту Америку и даже ей не пишет и не звонит. Ничего, Буська, теперь у нас будет своя Дуся. Из пластилина, правда.
но зато своя. Ну вот, готово. И, по-моему, даже неплохо получилось. Ставьте лайк. Hello, свиняши. How do you do? Бабушка, роднушка! Эй, ты так пахнешь пластилином что-то. Ну так, а я и есть из пластилина. А я дую, не дую. Не speak English. Congratulations, C-Pix. Wish you 1 million subscribers. Ага, merci beaucoup. Всем привет! Я Дуся! Подписывайтесь на канал Свинки Бузи! И Кузи! Что ты вечно перебиваешь? Да, друзья, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы первым посмотреть все наши новые видосики! Ну, Вера, когда ты уже меня слепишь? Давай, пожалуйста, я уже не могу дождаться! Да вот, Кузя, уже начинаю! Выставляем 7 минут на таймере и погнали! Времени у меня не так-то и много, поэтому буду лепить по-простому. Катаем коричневое яичко. Вера, я что, по-твоему похож на яичко? Ну, что-то есть, особенно в профиль. Да ну, это неправда. Свинки, не надо делать поспешных выводов. Я делю пластилин на две части. Из одной формируем туловище. Сначала катаем шар, а потом делаем его чуть продолговатым. Из второго куска пластилина сделаем голову. Соединяем две детали. Так, Кузязя, а теперь не вертись. Мне надо рассмотреть, что у тебя и как. Ага. Приделываем ушки на макушке. Ой, Кузязя, а теперь ты похож на коричневого снеговика. Только с ушками. Да ну, Бузя! Не только с ушками, еще и с лапками. Ой, стоп. Что же это мне напоминает? А ну-ка, не могу вспомнить. Я знаю, Винни-Пуха. О, точно! Кузя Винни-Пух. Ага, Винни-Кузя. Глазки черненькие. О-оу, по-моему, он хочет в туалет. Согласна, немножко пучеглазый, но переделывать у меня времени нету. И носик. Да у меня не такой носик, у меня две дырочки. Ну-ка. Блин, что-то и правда на медведя похоже. Ну ничего, сейчас мы добавим еще несколько деталей, таких как большие белые зубки. Кузя ведь у нас любит погрызть. Еще как! Ну это вряд ли поможет. Бузя, вместо того, чтобы хихикать, попроси лучше ребят подписаться на наш Инстаграм. А то там что-то тихо в последнее время. Да что это тихо? Я каждый день фоточки выкладываю и приветики читаю. Друзья, подписывайтесь! Ну вот, совсем другое дело. Теперь это у нас похоже на бобра. Но никак не на морскую свинку. А, по-моему, не все таки плохо. Мне, например, нравится. Ну вот, собственно, Кузя готов. Друзья, ставьте лайк. Фу, видела, Буська? У меня теперь тоже есть пластилиновый Кузя. Не только у тебя. Да, а еще у нас теперь есть пластилиновая Дуся. А давайте ее оставим. Пускай тусуется тут с нами. Вместо настоящей. Ура! Бузязя, я только за. Ну, а морковка — это вообще шедевриус. В общем, ребят, все как всегда. Голосовашка будет у нас в инсте. Да, заходите и голосуйте за ваши любимые Верочкино творение. Мне больше всего улитка нравится. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Ну а прямо сейчас смотрите предыдущую серию. Ух, какая молодец!